Эксамех, дорогая община, с праздником! Давайте встанем перед чтением Торы и помолимся. Баруха та Адонай Элогейну Мелеха Аллам Ашер Бахарбану Миколь Гемимин Венатан Лану Торато. Барух ата Адонай Нотенга Тора. Благословен ты, Господь, наш Владыка Вселенной, избравший нас из среди народов и даровавший нам Тору. Благословен ты, Господь, дающий Тору. Аминь. Присаживайтесь, дорогие братья и сестры. Друзья, мы имеем это обыкновение на каждом служении рассматривать Тору, один из 54 отрывков Пятикнижия Моисеева в течение всего года. И так год за годом, год за годом. Вот. И комментатор, он имеет привилегию осветить что-то, то, что его коснулось, потому что он не может весь этот отрывок, состоящий из нескольких глав, он не может, конечно, там рассказать все. Вот. Но что-то касается нас, вот, потому что мы в какой-то мере являемся, ну, комментаторы являемся инструментами Господними. Вот, и, соответственно, что-то Бог хочет через нас сказать. Вот. И я хочу сказать, что это хорошее обыкновение, потому что этим занимался Иисус, он тоже имел обыкновение, то есть традиции, это традиции, да, мы иногда боимся слова традиции, потому что они имеют свойство, что костенеть, да, вот, но Иешуа, он не боялся вот хороших традиций, он имел обыкновение приходить в синагогу, он имел обыкновение брать Тору, да, значит, и комментировать ее, помните, он комментировал отрывок из Исаия, вот, значит, и он еще имел обыкновение уединяться на молитвенной горе и разговаривать с отцом, вот, так что хорошее обыкновение, вот. И мы делаем это по Писанию, друзья. Это не просто вот мы решили, вот, и мы это делаем. Но написано вот во 2 Тимофея 3:16, все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. То есть, если мы хотим быть праведными, значит, все Писание, мы должны рассматривать не просто то, что нам нравится, а мы должны рассматривать Писание в комплексе. Вот, и то, что мы делаем, это позволяет нам именно взглянуть, пойти в те книги, которые, ну, как правило, в христианских кругах, ну, как-то так обходятся и так далее. И, значит, и что-то теряется с этим, согласимся. Вот. Поэтому все Писание, оно богодухновенно. И более того, чуть-чуть выше Павел говорит Тимофею, при том же ты, то есть Тимофей, из детства знаешь священное Писание. Ну, имеется в виду Тору в том числе, да, Танах в целом. Священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. То есть, вы понимаете, то есть, если мы будем читать Тору, Танах, то оказывается, оно умудрит, то есть мы никуда не денемся, мы придем к вере во Христа Иисуса, мы будем мудры в этом. Аминь. И сегодня, друзья, мы рассматриваем книгу, мы продолжаем рассматривать книгу Торы, пятую книгу Торы, значит, Дворим или Второзаконие, и конкретно с 3 главы 23 стиха до 7 главы 11 стиха, вот, и называется эта глава «Ваэт Ханан» и «Молился», то есть по первым, обычно называется по первым словам, ну, с первых стихом, потому что там написано «И молился Моисей». Вот, значит, ну, пару слов, и давайте мы все-таки вспомним, у меня всегда такое желание, знаете, все расставить по полочкам. Вот, значит, что за книга «Дворим»? Вот, она, это пятая книга, и эта книга, ну, это не просто книга, это речь, живая речь Божьего человека-пророка. Понимаете? То есть она именно уникальна тем, что живой голос человека, он донесся до нас через 3500 лет. Это, меня это, например, ввергает в определенный трепет, понимаете, когда я понимаю, 3500 лет, я не знаю других таких книг, знаете, чтобы человек, реальный человек, вот, и чтобы его слово, его эмоции, и, значит, его вот эта экспрессия такая духовная, она донеслась до нас, до сегодняшнего дня. Значит, и в этой книге признанный лидер нации, который должен уйти, значит, потому что Бог ему сказал, что он прогневался, значит, на Моше, за народ, это написано как раз именно в 3 главе, в этих стихах, вот что, говорит, Господь на меня прогневался, ну, и мне придется уйти к Господу. Вот, значит, и он дает последние наставления своему народу, и тем это еще ценней, что это именно человек, знаете, когда человек говорит свои последние слова, ну, наверное, он говорит, ну, все такое, знаете, все самое сжатое, самое важное, самое нужное, вот. Значит, эта книга, она состоит из таких вот трех речей его.
Первая речь, это первая четвертая глава, вот, она, здесь Моше рассматривает причины, скажем так, духовных поражений Израиля. То есть те причины, которые привели к блужданию израильского народа в течение 40 лет в пустыне. Во второй речи, значит, с 5 по 26 главу, значит, Моше говорит о том, как нужно жить Израилю. Самое главное вот это вот, да, что нужно делать для того, чтобы быть успешным народом и исполнить свою миссию в земле обетованной. И в третьей речи, там знаменитая глава 28, если вы помните, благословение и проклятие, он предостерегает свой народ, говорит о том, что ожидает его народ, значит, если народ не исполнит свои миссии и своего предназначения. Ну и последнее, это песнь Моисея и его благословение народа. Мы сегодня как раз вот рассматриваем отрывочек на стыке между первой и второй речи, ну, имеется в виду окончание первой речи, начало второй, где, то есть получается, фактически мы рассматриваем начало его второй речи, где он говорит самые важные вещи. И давайте мы как бы мысленно перенесемся в это время, значит, и услышим голос великого пророка. Второзаконие 4.1, я хочу с этого начать. Итак, Израиль. Итак, это имеется в виду, после всего сказанного ранее о печальных страницах твоей истории, после того, как я напомнил тебе о том, что привело тебя к этим блужданиям в пустыне, к этим вырванным просто годам из твоей истории. Вот. Итак, Израиль, слушай. Ну, слушай, это не просто там услыши, пойди там куда-то, сделай свои дела. Слушай, это значит пойми, прими близко к сердцу. Вот, ну, проникнись, вот, слушай постановления и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы и пошли и наследовали ту землю, которую Господь, Бог отцов ваших, дает вам. И чуть далее, Второзаконие 4.6. Итак, еще раз, итак, храните и исполняйте эти заповеди, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами других народов, которые, услышав во всех сих постановлениях, скажут, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Здесь имеется в виду мудрость, знаете, мудрость, ну, не просто такая вот житейская мудрость, хотя она тоже имеется в виду. Вот, но здесь имеется мудрость смысла существования Израиля, мудрость его предназначения. Здесь в этих словах, ну, как бы, мудрость – это как отличительный признак, да? То есть вот, и еще раз говорю, смысл существования Израиля. В чем мудрость Израиля? Хранить и исполнять заповеди Господни. Аминь. Вы знаете, каждый народ, он ищет как бы смысл своего существования. Например, спроси американцев, ну так на современный лад, да, американцы скажут, о, естественно, демократия, мы несем демократию для всего мира. Ну, можно там кто-то спорит, ну, они так думают, и они живут этим. Например, немцы, англичане, конечно, скажут, ну, вопросы культуры, наверное, так. Вот, россияне, они говорят, ну, мы Третий Рим, мы, то есть, духовные, мы несем духовность в этот мир, мы хотим что-то сказать этому миру духовными, в духовном плане. Украинцы, они как бы ищут еще, находятся в поисках своей самоидентификации, понимаете? То есть еще пока я просто читаю как бы много материалов на эту тему, я вижу, что идет такой духовный поиск нашего народа. И дай Бог ему познать, что народ наш создан для того, чтобы славить Бога и исполнять волю Его. Аминь. Вот, значит, но Израиль – это особенный народ. Он в том, что 3500 лет он уже знал, для чего он создан. Ему не надо было искать. Ему сказали, ты создан для того, чтобы народ, чтобы окружающие народы, увидев, как вот эта вот группка племен, которая находилась в плену, значит, у египтян, вдруг появилась ниоткуда. Ну, все знали, что они, ну, никто и никто, и ниоткуда, да? И вдруг они появились, оказалось, что это высокоорганизованный, сплоченный народ, имеющий прекрасные законы, прекрасную организацию. Это успешный народ. И они должны были задаться себе вопросом, откуда это, почему это? И вот то, о чем говорит Моше, он говорит, ваша мудрость, ваше вот отличие, оно будет... Вот именно в этом, в том, что вы будете знать своего Бога, вы будете знать Его волю, и вы будете исполнять Его волю. Аминь.
И я хочу сказать, что в этом смысл существования Израиля, как народа, смысл существования Израиля, как государства. Вот, потому что, ну, по большому счету, все проблемы, эти рассеяния, проблемы, которые были, значит, невзгоды, которые были в жизни Израиля и как народа, они в основном произошли из того, что, значит, Израиль, он не выполнил роль, ну, свою роль, то, что ему предопределил его Создатель. Вот. Но великая радость в том, что Господь не оставил свой народ. И Он сказал, что Он никогда не оставит свой народ. И говорит, даже вот все, говорит, придет, но милость моя и любовь моя к моему народу, она не придет. Я хочу сказать, что это не только именно знать своего Творца, исполнять Его волю, это не только, скажем так, всего народа. То есть, ну, народ – это что-то такое, знаете, вот, ну, я народ, ну, это вроде бы исполняю. Нет, значит, это смысл существования каждого еврея – знать своего Творца, исполнять его постановления, любить его, быть священником, исход 19.6. То есть каждый еврей призван быть священником, потому что народ призван быть священником. Исайя 47, там написано о том, что свет, Израиль призван быть светом для всех народов, для того, чтобы спасение, оно достигло краев земли, спасило всех наций, всех народов. Вот. И это как бы задача, это смысл существования каждого еврея. Знаете, у меня, как будто мы прославляли, у меня есть желание сказать сейчас тем, кто смотрит нас в онлайне. Там я чувствую, что есть люди, которые думают, ну, смотрят нас и не понимают, зачем они смотрят. Вот. Ну, они имеют еврейские корни. И я говорю тебе, дорогой друг, что это смысл твоего существования. То есть быть священником своего Бога. Нету другого смысла у еврея. Не обязательно, смысл не в том, чтобы быть лучшим инженером там, или лучшим архитектором. Слава Богу, Бог даровал таланты своему народу. Но не в этом смысл существования, а смысл существования – знать своего Бога, служить своему Богу и нести весть о своем прекрасном Боге всем народам земли. Аминь. Ну, я хочу сказать также тем, кто не являются евреями, дорогой друг, если ты облегченно вздохнул и говоришь, ну я не еврей, мне не обязательно быть священником, ты ошибаешься, потому что Бог сказал, что, во-первых, мы в Деяниях 17 главе, Он сказал о том, что мы созданы, чтобы искать Бога, аминь, во второй главе Ефесянам сказано, что мы созданы для того, чтобы, вообще все люди имеют, евреи и не евреи, мы созданы для того, чтобы делать те добрые дела, которые предназначил нам исполнить, аминь. И вот именно ко всем людям обращается апостол Петр в 1 Петра 2.9 и говорит, то есть вы, евреи и не евреи, те, которые верят в Иешуа Хамашиха, вы, а все призваны к этому, вы род избранный, царство, царское священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшее вас из тьмы в чудный свой свет. Ну, кто-то, может быть, я быстро прочитал, то есть царское, не царственное, друзья, правильный перевод, царское священство, то есть священники царя. То есть он говорит, вы верующие, значит, вы все священники царя. А если вы не верующие, то вы должны стать священниками царя. То есть вы должны уверовать в того, кто есть царем, значит, и, то есть Иешуа Хамашиах, и вы должны стать его священником. Аминь. И Моше, говоря дальше, он говорит, что для выполнения миссии Израиля у него есть все. Самое главное, вот Второзаконие 4.7, ибо если такой великий народ, которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь, Бог наш, когда не призовем его. Он говорит, самое главное, у вас есть, для того, чтобы выполнить эту великую миссию, у вас есть самое главное, близость Бога. Это был риторический вопрос. Он говорит, есть ли великий народ такой? Ну, они знали, есть, конечно. Они жили в Египте, и они видели, что египтяне поклоняются каким богам? Рукотворным. Этим жабам, крокодилам, там, изваяниям различным. У них было много богов. Вот, значит, и они понимали, что эти так называемые боги, они не есть боги. Но вот этот бог, который ходил вместе с ними, они видели этот столб, который поднимался, который опускался, они слышали его голос, они видели манну, которую он им давал, они захотели мясо, ну, так он таки им и мясо дал.
набросал перепелов и по одну сторону стана, и по другую сторону стана, и они таки наелись. Вот. Это был близкий к ним Бог. Вот. И Моше говорит, это самое главное условие. И далее говорит 4:4-8, и если какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как закон весь сей, который я предлагаю вам сегодня. То есть, второе условие для того, чтобы Израиль как народ он исполнил свою волю, он говорит, у вас есть справедливый закон. Вопрос справедливости, это очень важный вопрос, друзья. Это не просто абстракция, это вопрос единства нации. То есть нация, она тогда крепка, когда она управляется справедливыми законами. Тогда в них нет вот этих вот междоусобиц, нет желания там взять кому-то там верх над кем-то, что-то доказывать, понимаете? Постоянно где-то кому-то в этих госдумах и так далее, бить лица и так далее. Для этого должен быть справедливый закон. И Бог говорит, что есть значит, такой справедливый закон. Нации, знаете, они пытаются найти какие-то справедливые законы. Вот, они постоянно занимается законотворчеством, начиная еще со времен Хаммурапи. Многие помнят, наверное, да, что такая стела была, и там были это еще там тысячи, три-четыре, короче. В общем, люди творили законы, короче, много тысяч лет назад. Они пытались установить справедливое общество, и в наше время тоже люди пытаются установить справедливое общество. И есть система римского права, например, как в этом Европе, да, есть система прецедентного права, как, допустим, в США, там, в Великобритании. Вот. Но никто не назовет эти законы справедливыми. Вот. Все понимают, это там во всех этих законах все равно есть чье-то преобладание, какой-то группы населения или какого-то типа людей там, и так далее. Потому что ну, не у всех равномерное, как бы, ну, все равное. Да? Вот. А Бог говорит, а я даю вам справедливые законы. Друзья, справедливость, она не может быть установлена в этом материальном мире. Потому что материалисты, они говорят о том, что в этом мире, по большому счету, есть только физические законы. Там притяжение, там еще там чего-то, да? Вот там гравитация, ну, другие там законы. Вот, значит, а справедливость – это нравственное, это понятие нравственное. Поэтому в материалистическом мире понятия справедливости не может быть. Поэтому столько мнений. Знаете, я попытался, поднял там несколько, в Википедию заглянул, потом там поднял, посмотрел, там вообще ничего нету такого интересного. Потом почитал несколько этих, заглянул в некоторые энциклопедии, и я понял, что мне надо много времени, чтобы я там хоть как-то понял, о чем они говорят о справедливости, понимаете? Чтобы как-то это делать. Почему? Да потому что сколько людей, сколько групп людей, столько и справедливости. Они, написано, оставлены ходить в этом мире, вот в этом, вот именно со своими пониманиями справедливости, воевать там и так далее. А Бог говорит, друзья, я вам дал справедливый закон. Я как Творец, я знаю, что нужно вам для того, чтобы вы были едины как нация, для того, чтобы у вас все получалось, для того, чтобы вы не воевали друг с другом и так далее. Справедливость – это понятие, пришедшее с неба. Вне Бога нет понятия справедливости, да и не может быть. Вот. И я хочу напомнить, друзья, просто хочу напомнить в учебном, у меня время заканчивается, в учебном таком плане, да, о том, что закон, мы будем в дальнейшем рассматривать книгу Дворим, да, и там будут некоторые повторения как бы того, что мы уже изучали в других книгах. Да. Давайте обратим внимание на то, что закон действительно, то есть если мы изучаем вот этот закон, то мы увидим, что Бог считает справедливым. Вот, например, согласно закону Божьему не предусматривалось тюрем в Израиле. Вы знаете об этом? То есть не было тюрем. Те люди, которые совершали серьезные проступки, они воспитывались через принудительные работы в семьях благочестивых израильтян. И более того, Бог даже приказывал этим людям, на которых работали принудительно эти ну, законопреступники, даже заботиться об их семьях. Кто заботится сейчас о семье человека, который попал в тюрьму? Никто не заботится. Понимаете? Этот момент был предусмотрен. Значит, основной целью при конфликте интересов было возмещение ущерба потерпевшему. То есть не просто наказать. Сейчас все законы, они говорят, наказать, убить, загнобить, засадить и запереть. И все, и будет справедливость. Но человек, которому нанесен ущерб, ему это будет справедливо? Не будет, конечно.
цель закона, именно вот, который регулировал взаимоотношения между израильтянами внутри его как народа, именно если вдруг какие-то, ну, были какие-то моменты, он приводил к тому, что возмещался ущерб потерпевшему прежде всего. И вот это око за око, это говорило о том, что предусматривалось соответствие вине. То есть ущерб возмещался в соответствии с тем, что было. Я недавно разговаривал с человеком, который находится в местах не столь отдаленных. Он говорит, рядом со мной сидят люди, три молодых человека, которых посадили за то, что они украли велосипед. Ну, украли, да, надо наказывать. Но надо ли наказывать так молодых людей, чтобы не три года они сидели за велосипед? Ну, соответственно ли это, понимаете? Вот. То есть, когда мы смотрим на тот закон, который был дан народу 3500 лет назад, и мы смотрим на современное цивилизованное общество, мы понимаем, что, вы понимаете, что Божья справедливость, она, если бы общество было устроено, общество было бы гораздо более справедливым, еще раз повторим, да, и так далее. Ну и напомню, что в основе Божьего закона лежало все направленное на духовное здоровье нации. То есть это служение в храме, священство, колено левита, учившее народ Торе, десятина, семейные шаббаты, на которых мы, кстати, присутствуем. И, кстати, сегодня, друзья, сегодня же не просто шаббат, сегодня называется священное собрание, праздник Божий. Друзья, аминь. Мы не просто так вот решили. Просто, понимаете, Бог, согласно Левитам 23 главы, Он позвал нас на свой праздник, и мы откликнулись. Аминь. Это великое чудо, друзья, это великое чудо для всех нас, особенно для меня, потому что я как некогда, как Рав Шауль говорил, некий изгой, я на краю земли проводил атеистические чтения по собственному желанию. Я смеялся над словом, но Бог посмеялся над моей глупостью, слава Ему. Вот, и, друзья, у меня чуть-чуть я перебираю свое. Ну, я хочу все-таки, чтобы мы, знаете, чтобы мы закончили чтение Торы не моими словами, а словами Моше, то есть самым главным тем, что он сказал своему народу. «Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь Бог наш, Господь един есть». То есть «Шма, Израиль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад». «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всеми силами твоими, и да будет слова сии, которые я заповедаю тебе сегодня в сердце твоем». Друзья, нет другого места, где мы должны хранить эти слова, только в сердце, не в сумочке в Библии, понимаете, в сердце. Если слова Божьи, они не в сердце, они не работают. Только те слова, которые опустились из нашего разума, в наше сердце не работают. Об этом говорит Моше. Друзья, насколько это брит хадаша, да? Новый Завет, я имею в виду, кто-то не понимает. Вот. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушая их детям твоим, и говоря о них, сидя в доме твоем, и идя дорогу, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих, и запиши на CD там, или на MP3 этот диск, и, значит, слушай эти слова, и сидя перед компьютером, запиши на свой компьютер программу, чтобы у тебя там не рыбки плавали, вот, а чтобы слова Божьи всплывали, есть такие программы, и так далее, и так далее, и так далее. Да благослови нас Господь, познали Бога, Его воли, исполнение Его воли. Аминь.